КВН уже наигралась, говорит мама. А вот бабушка только начала. Владимир Железнов растет в творческой семье, поэтому среди его любимых занятий – рисовать, читать и, конечно, выступать на сцене. Мальчик поет и декламирует стихи. Граждане, у меня огромная радость. На разулыбьте сочувственные лица. Мне обязательно поделиться надо. Стихами хотя бы поделиться. С этим стихотворением Владимира Маяковского Володя Железнов выступил на конкурсе в Санкт-Петербурге. Как результат, очередная победа в копилке мальчика из Одинцова. Его мама признается, ее заслуга в этом минимальна. На самом деле это все он. Я бы давно бы уже все бы это дело прекратила и сосредоточилась на учебе. Но ему нравится, он любит вот это все выступление на сценах, стихи какие-то новые учить. Очень получает большой заряд бодрости, энергии. Сегодня Володя в числе стипендиатов губернатора региона. Заслуженные награды за победы в различных конкурсах и памятные подарки получили 7 детей с ОВЗ. Мы знаем, насколько сложно дается достижение в успехе, в учебе, в творчестве. И неоценимо то, что вы делаете. Мы знаем, что многие из вас получают, некоторые из вас получают впервые, а кто-то уже стал и второй, и третий, и четвертый раз стипендиатом. Это дорогого стоит, и мы действительно, Одинцовский округ гордится вами. Спорт, наука, искусство. Юные жители Одинцовского округа стали лучшими в разных сферах. Некоторые не впервые. И это только начало. Впереди их ждет много побед. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».